Всем привет, дорогие друзья, на связи Карси, да, ёлочка, ребята, и сегодня мы снова с вами играем на проекте Black Rush, и у нас уже вторая серия по рубрике «Путь бомжа», или как я ее называю, «Из грязи в князи». И да, ребята, сегодня довольно-таки крупное событие, если быть точнее, то завтра исполняется Black Rush ровно 2 года, чем сейчас на проекте, в общем-то, очень много всего самого прикольного, потому что добавили ивенты, квесты, которые вы будете выполнять и получать, ребята, ништяки. Поэтому, если вы еще не играете на Black Rush, то я рекомендую вам прямо сейчас вливаться, чтобы непосредственно получить самую большую порцию ништяков именно от проекта. Ну а мы, ребята, продолжаем с вами развиваться, и в этой серии я вам покажу, чего я уже достиг, а самое главное, как новичку поднимать просто нереальное количество денег. Если быть точнее, если у вас большой онлайн, то вы спокойно в сутки можете делать по 1 000 000 баксов, ребята, непосредственно на 3 уровне. Давайте немножко постепенно обо всем расскажу. Что ж, ребята, прежде чем начать данную серию, давайте я немножко похвастаюсь. В общем-то, я купил себе уже первую машину, это мой личный транспорт, вот такая вот BMW E30. В общем-то, машина не самая дорогая, 300 тысяч стоит она в автосалоне. Самое главное, что купил, ребята, я ее с нуля. Поэтому, в принципе, я доволен. И на самом деле, ребята, чтобы заколачивать бабки, вам именно нужен будет транспорт, который плюс-минус будет разгоняться. Я понимаю, что у многих, скорее всего, сразу не будет денег, потому что колымить на автобусе не каждый захочет, но тем не менее, кстати, на автобусе, если вы смотрели прошлую часть, я выбрал первый путь непосредственно, получается, рейса, да, если выбрать второй, то намного больше ты получаешь, до 13-15 тысяч спокойно можно, как говорится, получать как с куста. Чем больше кругов, тем больше денег. Ваша задача, конечно же, получить первую тачку, после чего, ребята, вы сможете колымить на кладоискателе, как только добудете непосредственно 3 уровень. И самое интересное, ребята, что кладоискатель, наверное, просто настоящий колондайк, потому что именно здесь можно хорошо поднимать опыт, играя в игру, и самое главное, зарабатывать большие бабки. Как вы видите, у меня на руках непосредственно уже больше 1 000 000. Это также благодаря вам, ребята, потому что вы играете со мной и вводите мой промокод хэштег Топкин на 2 уровне, когда непосредственно играете вместе со мной на сервере Black Rush SPB. Это мне реально помогает на нашем пути бомжа. Итак, ребята, сейчас самое главное прикупить главные детали. То есть, если вы не видели, как можно зарабатывать на 2 уровне и на 1, смотрите предыдущие ролики, ребята. А сейчас наша задача прийти в магазин 24/7 в любой и купить себе непосредственно, конечно же, лопату для кладоискателя, ребята, и металлоискатель. Ой, цены-то какие, фу-фу-фу. Короче, не самое выгодное предложение. Я нахожусь недалеко, получается, от деревни, где у нас находится кладоискатель. Здесь металлоискатель стоит 2500. Что вы понимали, ребята, в Арзамасе, прямо возле зоны, где добывается непосредственно наши клады, можно купить и то, и другое по 1000 рублей. То есть здесь просто цена, спрос, как говорится, высокие. Многие сюда заезжают, многие здесь покупают, поэтому вот такая вахханалия. Я вам рекомендую все-таки смотреть цены, ну и, как говорится, немножко беречь ваш бюджет. Что ж, ладно, прямо сейчас отсюда покажу, куда ехать. Это не так уж далеко, на карте, думаю, и так все знают, где это находится, но тем не менее, окей, ребят, мы доедем до кладоискателя, и я вам покажу просто чисто математически, сколько можно реально получать бабок на этой работе. В общем-то, я добрался до места назначения, кладоискатель никуда у нас не переехал, ребята, здесь находится, поэтому я просто выбегаю из машины, пускай стоит, никто ее, надеюсь, не заберет, но это на самом деле не так уж и страшно. Так, мы подходим вот сюда, напомню, ребят, что у вас должен быть 3 уровень, и, кстати, на 3 уровне доступен уже автоугон. Я думаю, что в следующий раз я вам покажу, насколько это интересная работа, но, возможно, не особо прибыльная, вот что самое печальное. Наша задача, ребята, сейчас поднимать как можно больше денег, потому что, напомню, что это мой основной аккаунт, и, в общем-то, это для меня очень важно, чтобы продолжать эту рубрику. Поэтому, друзья, напомню, что каждая ваша непосредственно активация моего промокода очень сильно мне помогает. Поэтому, дружище, скачивай Black Rush по ссылочке в описании, если ты еще не играешь на этом проекте, и присоединяйся ко мне на сервере SPB. Если не видел прошлые серии, посмотри, тебе это поможет развиться. Я думаю, что создам отдельную группу непосредственно по плейлисту с нашим путем бомжа, но, тем не менее, что будет дальше, мы узнаем. Так, окей. Смотрите, ребят, как вы только получили квест, у вас есть, грубо говоря, 10 минут, чтобы быстренько кабанчиком туда-сюда метнуться и получить уже, получается, клад найти. Я вам покажу, как это работает, это очень легко, очень быстро, единственное, но вам нужна машина. Поэтому рекомендую брать не какой-то там запорожец, а что-то более-менее быстрое. На первых порах можете вообще кататься на непосредственно скутере, правда, это тоже такое себе, но, тем не менее, тема хорошая. Я, кстати, ребят, вам не показывал данную машину.
машину. Машина стоит 300 тысяч, как я уже сказал. И это, наверное, первая нормальная тачка, которая есть в самом дешевом магазине, на которую стоит обратить внимание. Вот это очень плохо. Вот за это я могу получить по шапке. Там переезд вроде есть. Ладно, главное быстренько, чтобы администрация не спалила. Такое себе, ребят, по встречке ездить не надо. Мало того, что получите штраф, так еще и можете залететь, загреметь в тюрягу. В общем-то, ребята, машина очень хорошая. Она разгоняет до 200 км в час. То есть вполне этого хватает, чтобы быстро, получается, из точки А в точку Б добраться и как бы расположиться именно там уже, добывая, ребята, клад. Погнали дальше. Итак, друзья, я на месте, и именно здесь мы сейчас будем искать клад. Как вы видите, по времени прошло где-то, не знаю, 230 секунд, на самом деле немного быстрее, просто пока тут готовился, все дела. Что ж, начинается мини-квест, мы должны с вами найти клад. Когда вы бегаете по кругу, смотрите на металлоискатель, это штука, которая находится внизу экрана. Я сейчас вам увеличу, чтобы вы понимали, что это такое. В общем-то, когда ваши метры увеличиваются, вы прыгаете в противоположную сторону. Когда уменьшается, то, соответственно, в нужную сторону. Нужно просто найти направление, видите, как быстро вниз пошли метры. Ну и, конечно же, предлагаю вам делать бани-хоп, потому что это просто выгодно, это просто быстро. У меня тут человечек немножко сдох, но это не страшно. Короче, ребят, такими манипуляциями, довольно-таки несложными, вы быстренько находите клад, и я вам сейчас покажу, как играть в мини-игру. Потому что многие, я видел, возле клада стоят и такие: а как играть, а что делать? Вам достаточно просто встать в зону 10 метров, ребята, после чего вводите команду DIG и начинаете непосредственно добывать клад. Как мне повезло, сразу сходу его нашел. В принципе, я вообще долго не заморачиваюсь, то есть я максимально быстро играю в эту мини-игру. А здесь нужно следить только за тем, чтобы у вас не сломалась лопата, либо металлоискатель. Лопата, как правило, ломается два раза, металлоискатель один, то есть за промежуток времени, если брать весь. Поэтому будьте внимательны, если вдруг вы сломаете лопату, вам придется ехать обратно в магазинчик, что не очень выгодно, тем более, когда вы находитесь вот теперь, где я, в Батырово. Если сильно постараться, ребята, то можно уложиться прям в 10 минут непосредственно поисков. Ну, пускай 12, если у вас медленная машина. То есть это как бы имеет место быть, и на самом деле, если смотреть по плюсам, то это действительно самый быстрый заработок. Все зависит только от того, насколько вы удачливы в плане того, где появляется клад после того, как вы его нашли, ну и как быстро вы его открываете. В принципе, все вокруг этого и строится. Как видите, я быстро приближаюсь к точке назначения. 12-13, уже в другая сторона. Поэтому даем немножко угла, и все, мы уже на месте. Опять-таки быстренько открываем, налетаем на бомбу, ничего страшного. Так, играем дальше. Видите, то есть все это играется без каких-либо проблем. Видите бомбу, если уже проходили где-то по шагу, опять-таки идете дальше. Здесь ничего нету, значит клад где-то, скорее всего, вот здесь. И вот, ребята, вот такой манипуляции я быстренько нашел клад. Смотрите, мне повезло, клад находится прямо здесь, 36 метров. То есть это очень важно, это очень сильно реально ускоряет поиски. Если вы будете играть один час, ребята, то вы можете получить довольно-таки большую сумму. Я вам покажу, сколько капает мне и как сделать такой же профит. Что ж, ребята, я закончил поиски. В общем-то, секундомер я при монтаже поставлю, сколько у меня на все это дело ушло секунд. Я заработал 26 220 рублей. Минимально, сколько вы можете заработать, это 20 тысяч непосредственно, ребята. И чем выше ваш уровень непосредственно добычи данного клада, тем больше вы будете получать. Это очень профитно, это очень выгодно, ребята. Поэтому советую прямо здесь новичкам зарабатывать деньги. Мои ребята, которые играют вместе со мной непосредственно в семье, да, мне подсказали, что есть такая полезная штука, как VIP непосредственно аккаунт. Ребятки, это можно все дело приобрести в донат панели вот на этой, ребята, вкладочке. И в общем-то, чтобы вы понимали, у меня сейчас купленный VIP Gold, потому что напомню, что у меня основной аккаунт, и мне нужно очень быстро развиваться. Я купил на 7 дней, это стоит 215 рублей. Но, ребята, здесь плюс к зарплате идет всего лишь 1,5%, ну, x1,5, грубо говоря. Если вы купите себе платину, у вас будет идти x2. Все мои ребята играют на x2, и это дело стоит 335 рублей. Но, ребята, вы не представляете, насколько это жесткий буст реально к прибыли. То есть мои ребята спокойно зарабатывают миллионы и больше, чтобы вы понимали. Я вам говорю, как есть. Если вы хотите добиться реально быстро успехов, то какая бы эта онлайн-игра ни была, все равно придется, ребята, вкладывать свои деньги, чтобы быстро развиться. Если же вас это не напрягает, то вы просто
можете, ребята, ввести очень хороший промокод. Я вам сейчас его покажу. Вот таким, ребята, образом выглядит промокод. Старт я рекомендую вводить именно на 6 уровне, потому что вы получите тот самый VIP Gold на 2 часа и тачку, доступную на 24 часа. Машина, которая будет очень быстрая, которая вам реально поможет заработать прям первые деньги за эти 2 часа очень-очень хорошо. Сегодня у нас также X2, потому что, ребята, праздники, будни, но, как правило, многие ребята реально фармят с пятницы по воскресенье. То есть все эти 3 дня я реально колымил и поднимал бабки, с чем, в общем-то, я вот смотрю, что поднял довольно-таки неплохую сумму. Опять-таки повторюсь, что в будни немножко онлайн у меня похуже, потому что съемки и так далее, и так далее. Смотрите, ребят, как удачно. Я получил Payday, и вы можете видеть, что у меня Gold VIP, и, в общем-то, я получаю, мало того, что у меня VIP-ка, еще и 2 очка непосредственно за 1 час игры. Если у вас платина, то вы получаете 3. То есть, тем самым вы очень много получаете опыта. Я перебрил через тачку, это было кайфово. И тем самым, ребята, повышаете себе левел. Как только получите левел выше, можно без проблем непосредственно, конечно же, ребята, выбирать другие работы. Но я скажу, что кладоискатель — это прям работа номер один пока что для меня. И именно здесь я буду колымить деньги. Итак, ребята, путь бомжа наш продолжается. Я сейчас покажу список того, что мы хотели достигнуть непосредственно с вами в этих сериях, в этом пути, да. И я немножко его скорректировал под ваши комментарии. И первое, что я хочу сделать, купить себе приличный скин. Потому что я думаю, что это очень важно. Давайте мы его прикупим. Ну, у меня почти лям рублей на руках. И на самом деле я уже приглядывался и выбрал себе скин, который мне прям очень сильно приглянулся. Смотрите, то есть, в принципе, скины здесь неплохие. Можно за 130 тысяч купить и так далее, и так далее. Я присмотрел себе скин за 1 000 000, только я не уверен, что его стоит покупать, потому что это слишком большие деньги, которые я могу потратить потом, в принципе, на покупку своей дорогой какой-то машины. А также у нас в планах поднять кэш на казике и попробовать поднять непосредственно кэш, ребята, на контейнерах. Поэтому каждую копейку нужно экономить. Сейчас покажу вам скин, который я хочу. Вот такой вот парнишка в Nike, типа с бородой. Прям очень нравится. Мне нравится скин этот. И я вот думаю приобрести его. Что ж, ребята, кстати, вот так вот я выгляжу. Вот такая новая одежка. Галочка, ребята, вторая у нас уже есть. За 2 серии довольно-таки неплохо я развиваюсь. Напомню, что ролики выходят часто. Поэтому, ребятки, наша с вами главная задача сейчас будет опять-таки зарабатывать кэш. Что будет дальше, не знаю. Пока что точно не машина. Скорее всего, мы будем с вами покорять казино. Потому что мне кажется, что там поднять денег будет проще. Ну, либо все слить. В любом случае, ребята, будет расследование, и мы посмотрим, насколько все это дело выгодно. Играйте вместе со мной в Black Rush, ребята. 2 года проекту. Прям не пропускайте момент. Прям сейчас по ссылочке в описании качайте игру со своего Android-телефона. Устанавливайте лаунчер, пишите свой ник и залетайте на сервер SPB, где я играю. После чего, ребята, вводите мой промокод. Вот так, ребята, он выглядит. Это тоже мне очень сильно поможет на пути бомжа. Ну и также вы получите денежный кэш. После чего, ребята, вступайте в мою семью, ребята. Семья Best Guys. Если хотите без проблем вступить, я рекомендую зайти в телеграм-чат. Ссылочка на него есть в описании, ребят. И вас, ребята, там очень быстро примут. В общем-то, ребята, вот такие вот дела. Я вам показал реально самую прибыльную работу. Математические расчеты сейчас вы можете видеть у себя на экранах, сколько можно получать с VIP голдом. Получается за час, два, три, за день игры. Тем более, если тем более на проекте X2, ребята. Поэтому мотайте на ус, зарабатывайте денег. Как говорится, всем хорошего пути бомжа. Ну и посмотрим, что у нас будет в следующей серии. Всем спасибо, ребята. Играйте со мной. Пока-пока.